И всем снова привет. Играем в рейнджеров и, как обычно, начинаем, точнее, продолжаем играть, начиная с планетарного боя. Так, не туда. Вот, с планетарного боя. После освобождения очередной. Системы. И что стать? Ну ладно. Приветствую, рейнджер. Географическое сообщество предоставляет под ваши нужды собственные научно-производственные комплексы. С их помощью мы создаем высокоточное измерительное оборудование для изучения влияния атмосферных тектонических процессов на рельеф местности. В принципе, после небольших переделок здесь можно производить и современную боевую технику, ничуть не хуже того, что есть в распоряжении доминаторов. Соответствующие программы нами уже получены и установлены. Доминаторы облюбовали вершину хребта, сквозь который проходит граница. Кстати, граница — это ущелье, идущее строго с севера на юг. Да, на карте видно. И разделяющее хребет на две части. Наши специалисты понаблюдали за доминаторами, и интересная вещь выяснилась. Оказывается, западные доминаторы недолюбливают восточные. Ну и наоборот. Конечно, если бы не граница, давно бы перебили друг друга. Только вам от этого не легче, слишком уж удобные у врага позиции. Так просто в лоб их не возьмешь, нужно действовать хитрее. И, в общем, удачи. Так, что мы имеем? Мы имеем уже кучу наших баз. Которые находятся прямо перед доминаторскими позициями. И немножко ресурсов. Похоже, нужно будет сделать сразу ракеты пацанов и несколько наших ремонтников. Сначала сделаем пару ремонтников. Так, и сделаем наши ракеты пацанов. Сколько можно. И мы их сразу прям поставим в проходе. Такой. Так. Захватываем все обратно. И как бы нам так сделать, интересно. Ракета пацан. Два ремонтника. Я так подозреваю, что придется здесь поставить какой-нибудь. Так, противник, это мой завод. Как-нибудь. Так. Не-не-не-не-не. Не вдвоем, только не вдвоем. Так. И два ремонтника. Все, думаю, если мы немножко отодвинем, чтобы сюда не шли. Вот так сделаем. Здесь поставим еще одного ремонтника.
Так, и будем смотреть на зеленых. Со стороны зеленых, со стороны зеленых. Здесь тоже удобно здесь будет встать. Но сначала, я думаю, мы немножко попровоцируем красных. Как обычно, играем. Выносим одним роботом как можно больше силы противника. Упс. Особой тактики, как говорится, нет. Если сейчас повезет, то получится закрепиться где-нибудь здесь. Так, почему он до меня достает? В принципе, если там зеленый даже немножко чего-то захватит, ничего страшного в этом не будет. Я неплохо закрепился и здесь. Сейчас мы их немножко потроллим. Так, потралили. В принципе, даже можем красного захватить сейчас. Роботов у него нет. Меня ему захватить не получилось. Даже можно сделать так, что я сверху не увидел, что ракетница. Упс. Так, мы немножко пойдем вперед. Уничтожим. Вернемся немножко назад. Шикарно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего страшного. Ничего страшного. Так, у нас сюда сможет встать? Как-нибудь так. Хорошо. Отлично. Так, теперь нужно оборонкой встать здесь. Потому что зеленый наезжает.
Так, у зеленого ничего не получится. Хорошо, едем вперед. Надо отхватывать наши позиции. Здесь, в принципе, все замечательно. Захватываем все обратно. И встаем защиткой здесь. Стеной. Так, аккуратненько только. Здесь вообще no problem. Хорошо. Так. Ага, хорошо. Еще один ремонтник нужен. И простых пацанов. Сколько хватит? Немножко пока постоим. Я думаю, красного, наверное, понагибать. Немножко. Так, немножко лазер починим. Немножко встанем здесь. Здесь, я думаю, все будет отлично. Идут не особо быстро. В принципе, можно точно так же встать аккуратненько здесь. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Бесполезное создание. Так, ладно. Опс, опс. У нас как раз ресурсов, пока сейчас отобьем вот эти две точки. Ресурсов хватит, чтобы здесь сразу турельки поставить. С турельком здесь, конечно, имба стоять. Если против меня человек поиграл бы, он здесь было бы очень тяжело пробиться бы. Как видим, практически не проходят. Тем более таких мелких посылают. Они просто в ряд идут и все. Да, здесь, конечно, за счет того, что искусственный интеллект очень тупой, но правда он тупой не только у противника, но и у ваших роботов. Как бы палка о двух концах.
Так, отлично, как бы мне так. Аккуратненько бы встать. Может, не заметит? Нет, заметил. Хотя я бы не сказал, что прям заметил. Сейчас мы еще партию роботов здесь убьем. Просто Unreal. Так, стой. Так, было бы замечательно вот сюда вот прям пойти. Так вот, встать. И здание починить, потому что если здание покоцают, то вот этих всех пушек не будет. Чинится. Так, можно, конечно, сейчас рискнуть. Двинуть рамочкой. Так, встань сюда. Сюда. Захват. Прям просто. Да.
Давай как-нибудь. Нет, придется тебе, чувачок, одному сюда встать, один сюда. Ну, давай как-нибудь подвинься. Не встаются никак. Все замечательно. Так, делаем пацанов, и я думаю, нужно красного уделывать. Потому что зеленый хоть и разросся, но... Здесь пройти, оказывается, можно. Я думаю, так и сделаю. Мне в связочке нужен, конечно, один, наверное. Можно здесь пройти? Все, сейчас мы их с тыла отсюда поубиваем, потому что, в принципе, я им не даю выйти. Тоже сюда, чувак, где? Стой здесь тогда. Сейчас быстренько друг друга починят. Здание нужно обязательно вот это починить, чтобы оно просто не пропало. В принципе, пусть ремонтник здесь стоит. Так, а мы... Одиноким роботом пойдем. Вот FPS как просел. А мы захватываем точек. Да ну ладно, уничтожил, так уничтожил. Ничего не поделаешь. Mm-hmm.
нельзя поставить турельки. Ракеты долетают мои. Заходим с тылов. О, здесь же база синего. Бывшая база синего. Оп. Сейчас мы здесь окопаемся. Самое главное, чтобы они отсюда никуда не ушли. Эту карту уже прошел. Куда-куда? Хотя ладно. Захват. Захват. Все на дно. Так, ну что, попробуем. Точнее, не попробуем, а... Турельки сбить. Ненавижу ракетницы. Так тоже нормально. Хорошо, здесь у оружия именно радиус действия есть, то есть как бы
То есть, если по факту, в принципе, попадает по тебе ракета, но если вне радиуса действия, то урона она не наносит. Так, все, зеленый. Скажи прощай. Так, сразу делаем пацанов. Захват. Что, они не особо хотят эти роботы куда-либо идти? Особо послушная. Я думаю, рамочкой сейчас мы здесь пойдем. Просто мне неохота. Пойдем рамочкой встанем. Все, захват. Все, я победил. Вы справились, к счастью, как раз вовремя. Доминаторы еще не успели разрушить границу. Вас уже ожидают с докладом в правительстве. Это было слишком легко. Но полчаса у меня ушло на это дело. Отлично. Денег много дали. Опыта не особо много дают. Приобретем карту, задание. Так, доставить груз потруднее. Мне не впадло, скажем так, доставим груз. Система Цуфай. Вкусняшек много осталось. Только их сейчас подберу. Вот. Жопа. Так, система Цуфай. Где она у нас? Цуфай, Цуфай, Цуфай. Надо солнце освободить. Сейчас полечу. Система Цуфай. А, вот она ты. Я хочу повоевать. Грюнвальд. Так. Уничтожение корабля нет, нафиг надо. Сл-
слетаем в Атрию, посмотрим, кто там воюет, заправимся и полетим освобождать солнце. Потому что я не я. Чтобы... не освободить планетарную систему Solar. Доминаторов здесь немножко. Тут поживиться нечем, заправимся, полетим дальше. Их все равно... врагу не сдается. Что-то... что за чувка-то? Отбить 20 систем от нападения. Когда я успел их отбить-то, интересно. Удачно пролетая. Скорее всего. Так, полетели отбивать солнце. У меня потом, кстати, бака хватит куда-нибудь обратно прыгнуть. 30-20 единиц. Так, линейка. Придется возле солнца немножко полетать. Заправиться. О, какие интересные корабли. Так, сразу. Да, особо никуда прыгнуть не могу, поэтому... ладно, посмотрим. У меня корабль, кстати, белый. Стоп, стоп, стоп. Что ж такое? Что ж так кнопки иногда плохо работают? Нажимаю, они... никак. Так, ну попробуем. Надо влететь. Так, в чем дело? Посмотрим, на что способен этот корпус. Но я бы не сказал, что прям урон прям адовый стал. Хотя... меня пока разбомбить не могут. Сейчас мы будем... так, нужно потихоньку к солнцу лететь. Да, броня, конечно, у корабля отменная. Так, отлично. Два залпа по мелкому. Один залп по совсем мелкому. Так, меня не могут
полететь. Так, теперь нужно немножко вперед пролететь. Как раз к солнцу можно. Так вот мимо пролетаем. Заправились? Да. Да, отлично. Если что, можем куда-нибудь упрыгать. Так, отлетаем от солнца. Пока с щитами все в порядке. Стоим на месте. Теперь полетим. Очень хорошая броня у корабля, оказывается. Кстати, ракетанк. Ну, попробуем ракетанк. Интересно, моих тоже будет? Коснется. Да. Еще один туда залп. И по-крупному теперь. Надо улететь. А то там большие эти прилетают, торпеды. Пожалуйста, не своруйте координатор. Отлично. Так. Так. Там сейчас разберемся. Немножко как раз подчинимся. Ремонтируемся. Хорошо. Как бы жить-то на что-то надо, поэтому нужно немножко пособирать лута. В этот раз улов неплохой. Сейчас будем большой вражеский корабль уничтожать. Точнее, ого, их там расплодилось. Доминаторы с друг другом дерутся. А мы издалека поможем.
Ты хоть видишь, куда их пускаешь? Так, закончились. Все, схлопнулся. Так, а почему? Все. Так, сейчас думаю, подберу, и надо будет лететь отсюда. Во-первых, все сдавать. Так, улетаем. Другие доминаторы понабежали. Так, где у нас есть? Научная база. Центр рейнджеров нам нужен. Ну, он сейчас куда-нибудь хотя бы. Почему так быстро стал лететь? Что за звук? А, наконец-то мне моя болезнь принесла прибыль. Нет, чувак, справляйся сам. Так. Двадцать семь. Двадцать восемь. Короче. Двадцать восемь ты. Ну, почти полтос. Шесть. Семь. Ну. Детекторный сканер. А, это мне нужно. Чуть-чуть не продал. 7. 13. 21. 28. 33. А, прикольно. Ракетанк. Прикольная штука, я понял. Она многоразовая еще оказывается. Я-то думал, она одноразовая. Фига себе. Летим обратно. Я хочу отвоевать солнце. Круто. Откуда деньги только? Давыдушка. Так. Хорошо.
еще раз. Нападаем на большой. Мелкой будем цеплять. Я даже генератор выдерживает. Точнее, ремонтник выдерживает. Так, нужно вылетать отсюда. То пол хп это не очень хорошо. Так, я немножко починился. Можно снова встать на месте и... Фигачит по ним. Отлично, если они двигаться не будут, то... Можно будет даже немножко оборудование собрать. То есть, типа, деньжат подзаработать. Интересного. Я освобожу солнце. Остался один. Хана. Где еще доминаторы? Вот он. Освободили? Нет, не освободили. А вот теперь освободили.
Мне, наверное, здесь ничего не дадут собрать. Да. Так, а почему не на планету Земля? Ну ладно. Это не та планета. Чуя, я дома. Почти. Так, может еще одну системку захватить? Хотя, планетарный бой. Нет, наверное, лучше сохраниться, потому что, в принципе... Так, 827. Ну, немножко в минус, но это не беда. Самое главное, я могу апнуть. Надо будет еще защиту проапать. Сохранимся. Да, все, на этом все.